Зону досмотра приглашаются Жарков Денис, Самарская область, Гончаренко Артем, Краснодарский край. Участники боя номер 37. Далее они проходят в зону ожидания второй площадки. Бой номер 37 состоится на второй площадке после поединка номер 32. Приглашаются участники 36-го поединка Добрынин Матвей, Воронежская область, Заполярный Даниил, Москва. Зона ожидания второй площадки приглашаются участники 32-го поединка Задыхин Семен, Самарская область, Ермаков Иван, Московская область. Бой номер 32. За ним состоится бой номер 37. Жарков Денис, Самарская область. Гончаренко Артем, Краснодарский край. Зона ожидания третьей площадки приглашаются участники 28-го поединка. Шаталов Егор, Янава, Макаев Тимур, Республика Татарстан. После 28-го поединка состоится 35-й поединок с участием Артамонова Артема, Челябинская область, Виноградова Павла, Санкт-Петербург. На пятую площадку приглашаются участники 30-го поединка, готовятся участники 31-го. Судья при участниках приглашаются Кирсанов Сергей, Республика Татарстан, Есипов Александр, КЧР, участники 38-го поединка. Приглашаются к судье при участниках. Далее участники 38-го поединка приглашаются в зону ожидания 4-й площадки. 38-й поединок пройдет на 4-й площадке после поединка номер 33. Участники 39-го поединка Карпов Александр, Челябинская область, Чеканов Никита, Свердловская область, приглашаются пройти судью при участниках. Карпов Александр, Чеканов Никита, Челябинская, Свердловская область, просьба пройти судью при участниках. Ваш бой состоится на пятой площадке после боя номер 34. Thank you.
Участники 38-го поединка.